Что ж, друзья мои, все, пора собирать вещи, выходить. Дождь вроде не такой прям проливной. Мне нужно на Бауманскую с очень значительным человеком поговорить, договориться с ним об интервью. Но, в общем, плохо то, что я в своем депресснике проспал ту дату, которую мне оператор говорил, 27 апреля. В общем, она в пролете уже. Теперь только середина мая. В общем, смотри, история этих наушников. Эти наушники куплены вместе с телефоном Philips в 2012 году. И они до сих пор работают. То есть вот как-то вот так ухитрились сделать. Ну, сейчас вот здесь сюда я буду складывать накопитель. Это у меня священная книга, про которую уже много раз говорил. Вот, еще раз показываю, если ты еще не видел. Вот она как называется. Раздобывай, читай. Читай. Как, просто как, ну, фактически говоря, как священный текст.